видеться хотел. Слушай, да я к тебе заскочу, но не верю. Я мимо поеду, все равно. Съемка, конечно, начали. А что надо сказать? Мы ведем репортаж, да? Нет, зачем? Надо сказать, что вот ты собственник данного доходного дома, вот этих вот проектов, которые мы строили. Это дуплекс с обратной стороны, справа мы сейчас покажем. Два маленьких дома, еще один доходник, он у нас продан. И вот наиболее большой доходник на 19 студий. Вот за спиной Ивана, сейчас он отправится. Наверное, задавайте вопросы какие-то, я буду рассказывать. И так все понятно, что дом на 19 студий по каркасной технологии построен года 3 тому назад. Заселяемость в средней процентке 95. Вот. А сколько времени ушло на заселение? Месяц 4 где-то ушло на заселение. На строительство? Строительство ушло... Ну, он строился как бы в два этапа, где-то ушел год. Так, по идее, строится это за полгода. То есть стройка, инженерка, обстановка, отделка, все это за полгода можно сделать. Ну, где-то ушло на заселение 3 месяца. Ну, где-то так, да. По идее, где-то на проект это 9-12 месяцев. Да? Ну, по идее, да, лучше год закладывать себе под ключ с момента там, покупки участка, строительства, подсоединения всяких сетей, там, электричество тоже уходит какое-то время. А с учетом оформления? Ну, оформление, по идее, занимает месяц. Вот. Если бы не наше галимое законодательство, которое меняется постоянно, да? Сегодня так, завтра это. Вот, по идее, оформление, ты несешь документы в МФЦ, ждешь там 2-3 недели, получаешь документы на дом. Вот. Здесь как бы никаких таких подводных камней особо нет. Так, вот у нас какая получается здесь коллективная составляющая? Купить землю, дом построить, там вот такой вот. На чем заработать? На аренде получается, так, если по-честному, процентов 20 годовых. Это за вычет расходов на управление, на коммуналку, на всякие мелкие ремонты. А какой поток аренды сейчас? 1400 здесь получается. То есть оно там определенный расходник, если там вывоз мусора, там всякие подсыпки на рубки. А сколько из 400 получается расходник? Расходник? Ну, 10% управления, где-то порядка 20-ки коммуналка, наверное, вся эта. Отопление, горячая вода, электричество, 1005 вывоз мусора, интернет 1500, взносы в СНТ 2000, ну там где-то 1070, 1070 получается. То есть чистыми получается 330. 330, да, да. Боже, на руки. На руки, да. Это с вычетом 6% или еще нет? Нет, нет. Это без вычета 6%. Без вычета 6%, да. Ну чистыми, если так как бы, ну 1300 где-то получается. Потому что я все официально сдаю через ИИП, 7% плачу, чтобы меня не трогал никто. Почему 7? Потому что 7. Для подсчета. То есть реальная окупаемость вот этого всего хозяйства, ну, лет 5 где-то. Вот. Там, конечно, на вебинарах некоторые граждане рассказывают, что можно за 2 года купить, но это чтобы это продать курсы свои. Ну да, да. Мне тут это на один товарищ рассказывал, студиями занимаются люди, значит, вкладываешь, ну, грубо говоря, пятерку, капает 50, и говорил, что это окупаемость 5 лет. Я говорю, слушай, не знаешь, как ты считаешь? Вот. Я вот говорю, у меня какая-то другая математика в голове. Вот. И твою математику я не понимаю. Вот я сначала мне нужно в школу сходить, твоей математике обучиться, а потом уже это не идти с тобой. 2 плюс 2, 8. Да. Вообще. Вопрос, вот как люди уживаются, насколько они мирно живут и так далее. Потому что я слышал, что если в хостелах больше, чем на 2 недели их сдаешь, что начинается годовщина уже. Ну, здесь все свои какие-то студии, они со своими санузлами, со своими кухнями. То есть каких-то конфликтов там особо нет. Ну, тут как бы есть достаточно жесткий фильтр нет, да? На заселение. То есть мы не селим там всяких мутных граждан. Вот. Самым русских селим. Ну, или если это не русские, то, которые как бы вменяют. Адаптированного. Да, да, да. Чтобы не было как бы, никаких. Вот машины стоят, да, ну, там, да. На одних мы приехали, а так вообще, как народ с вечером, как с парковками? Ну, тут на машинах не так много народу. Не так много, да? Не так много народу на машинах. Сколько стоит аренда студии одной? Ну, с коммуналкой 22. Да, коммуналка получается 20, да, на дом, ну, в общем, в общем цене. Ну, да, так, электричество, какое отопление? Отопление здесь газгольдер зарыт на 7 кубов. И стоит электрокотел там 17 киловатт. Вот.
Значит, ночью топится это электричеством по ночному тарифу. Днем топится газгольдером. Но сейчас в основном в эту зиму на подогрев воды. Получается накопительная емкость, да? Какая-то на отопление или так. Ну, буферная емкость. Эти есть, как они, господи, бойлеры косвенного нагрева по 250 литров. Ну, мы сейчас зайдем в котельную. Вот видно. То есть 500 литров, как горячей воды на дом вполне хватает. Все на все, да? Да. Да. Иван, а участок сколько здесь? 500. Хватает, да? 500. А в проекции сколько получается дом соток? А? Ну, в проекции по пятну застройки сколько дом? Ну, он 12 на 14. Почти 12-148, да, это где-то 1,6 получается. Ну, 1,6. Ну, ИЖС, наверное, такой не проведешь. Или вот эти дома, что в Москве как-то сейчас отменили ограничения, по-моему. Да? Ну, я последний ГПЗУ, который получал, ну, в Москве буквально 3 дня назад, там вообще как бы не было ограничений. Там было сейчас ограничение. Было 0,3 по пятну раньше, сейчас насколько я помню. Сейчас застройки в ГПЗУ не было указано, да, последний? Не было. Там было написано, там было написано, что на 12 сотках я могу построить 500 метров. Максимум. А по пятну застройки ограничений нет. По пятну застройки нет. А сколько на 12 сотках написано было? Мне написали 500 метров. А вот значит, подробили всякие нормативы от забора, там что-то между домами. Здесь мы отступали красная линия метра, там, да. И от дороги мы отступали. Но, в принципе, в Москве сейчас отменили эти нормы. Вот недавно. То есть, а, красную линию такую. Недавно, на прошлой неделе, знакомая тетка проиграла суд. Ага. Она судилась с соседями, у которых дом стоял там где-то в метре от забора. Суд ей отказал, потому что сказал, что сейчас в Москве такие нормативы. Мы строим Шанхай в Москве. Да. Нет, мы здесь отступали по 3 метра, мы здесь сделали отступ от дороги, ну просто там парковка надо было делать. Да. Ну и так вот формально соблюли там 3 метра. Всех. Сколько метров получается? Здесь 12, там 14. То есть студия там 6 на 3. 2 метра коридора, потом получается 14 на 12. И сколько студий получается в этом доме? 19. Одна под котельную занята. Ну, то есть порядка 400 метров здесь, да? 420. Так, ну что, внешне посмотрели, внутрь не зайдем, да? Понятно, одна из студий, да, получается? Коридор, это котельная. Здесь постирочная. Ага. Это же котельная. Баллоны остались, да? Ну да, так они еще и целые. А, они еще и целые, да. Вот они не сделаны. Ой, прям баллоны такие. Это нет, это нет, остались это раньше, от прошлой системы. Да. Раньше, то есть, сколько, порядка года топилось вот такими баллонами. Потом мы это дело все посчитали и поняли, что газгольдер повысится в 2 раза. Да, их возить туда-сюда. Это 3 раза. 3 раза получается. 2-3 раза в неделю получались, да. 4 баллона практически. Валер, а сейчас получается ночью топим вот этой штукой? Мы этой сейчас штукой вообще не топим. Вообще ей не топим электричеством. Полностью топится газом. Да, все через газгольдер. От электричества отказались что? От электричества отказались просто за необходимостью. Во-первых, очень жарко. Очень жарко, да. Даже когда на 6 киловатт ставим, очень жарко. Плюс еще баллон, вот эти вот газовые. Угу. Вот, то есть очень жарко в квартирах. То есть поэтому сейчас, в принципе, комфортно. Угу. В домах тепло, ну, кайфно. Сельвая чистка, да? Да, сельвая чистка. Здесь, грубо говоря, сейчас стоит система грубой очистки воды. Да, смысл вот этой вот вещи, то есть она в основном, вот этого баллона, она проводит грубую очистку, потом непосредственно кокосовый фильтр, вот, который за солевой, он убирает, смягчает воду, так относительно, то есть и вот уже до смягчения происходит вот в этом фильтре. Солевой. Вот, солевой, да. Вот. Ну, так что два этих дрожжится по 250 литров накопителя горячей воды. 2 котла газовых.
А это вот электрический, он как везде киловатт, все равно временно. Сейчас такая зима, что ну, да, да, да. Не, было пару раз холодно, но переходили на воду. Это, да, здесь непосредственно накопители, да, в этой горячей. Я сюда первый попал. А потом я уже на собрании председателя. Ну, это как на сердце. На сердце. Пойдем теперь в студию. Пойдем на ту сторону тогда. Смотрите, вот пример студии. Да. А я уже смотрел. Понятно, что не мешать снимать. Демонстрационная, да? Ну, просто пока здесь буквально. На днях прям ребята съехали. Вот, на днях прям. Он даже бутылка какая-то не стоит, да, с водкой, наверное. С бывшей водкой. С бывшей водкой. Вот они все такого плана. То есть отделка, имитация груза. Сам простой вариант. Я сам вот такой же студии живу. Пол, половая доска. Половая доска обычная, покрашенная краской. Кухня с Леруа. Светильник за 700 рублей с Леруа. Тогда он стоил 1200 светодиодный. Сейчас подешевел. А там, кстати, полно стало светодиодных светильников. А сколько получается вот отделка по себестоимости? Ой. Ну, отделку я не скажу, обстановка где-то чуть больше 50 тысяч всего этого стоит. Отделка можно считать. Вот. Кухня, там, наверное, 1700 стоит. Холодильник 11, шкаф это 12 тысяч. Знаете, всякие стоили 10 тысяч. Я вот с точки зрения консервативных инвестиций, с учетом того, что народу много с этим пожаркой, болезненно здоровье вопрос. Да, 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 мы говорим. С противопожарка, по идее, мы видели решение, где у человека 33 студии, дом, у него стоит противопожарная система, офигенно, выведенный пульт. Я уже в концепции называется, деревня Летенковка. Ну, если... Как вариант, мне уже нравится. Да, да, Летенковка. Вот, как раз один человек сидит, присматривает за всем. Ну, ты посмотришь, мы лесной городок еще тоже посмотрим, я думаю, недельки через две мы посмотрим лесной городок, там студии разбиты разные, тоже по дороге, да. И там немножко другой, да, в сторону Апрелевки. Нет, по дороге, да. Поэтому мы сделаем эту экскурсию и тоже там посмотрим. Вот Самойдин, здесь это Самарифа или ржавая вода, да? Вода, железистая. Это сейчас пока системы. Пока железистая. А, это еще до системы, да, было? Да, до ставля сейчас. Да. Я вот вообще больше четырех не люблю, лучше всего два. Два человека. Она быстро отмонтируется. Она очень забором обнесет. А это очень надоело этот цвет. Это его понимаешь, несколько участков. Это розовая даже в студии. Здесь не способно. Мне нужно. А, розовый же?
Нет, купили в районе Рафаминского, насколько изменилось за город, кто же каркасник, под ключ примерно так. Снаружи внутри имитация, все двери, причем исполнение, ну такое прям. Руководитель зашел. Я с ним столкнулся, хотел 10 суток забор, ворожа, Георгиевич. Колодец септик. Там типа хорошее место. Ну, еще 80 это же 4. Ну просто не знаю. Миша, а это не там дальше. Ваня, а справа доходим? Справа доходим. Да. Это кессон для обслуживания всего сооружения. Так, кирпичный сегодня не посмотрим, но если что. Глубиной она 90 метра. 92 метра. Угу. И глубокие скважины. Скважины? Дайте хоть гляну, как выглядит. И что, и вода, и вода. Притом там 92 метра. Не, ну там нет, она что-то поменьше сама скважина. А это же этот кессон. А ты же вроде другой здесь. Там это поменьше диаметр, да? А, то есть ну, оголовок. Да. Здесь оголовок, потом, не знаю, насос. Тут насос, да. То есть это разные скважины, я бы думал, здесь одна. Не, я тогда ввел в заблуждение. На те дома там еще одна скважина. На те дома другая скважина. Это здесь мы свою делаем. Она там в крематорию идет. А что по деньгам? Скважина... Ну, в районе 300 тысяч где-то. Да, меньше. Ну, под ключ полностью, да? Или потом проводка отдельно уже в дом? Не, под ключ. Под ключ. Но с учетом, лежает, что она грубо делилась на три участка, скважина. Раз, два и три. Не сильно дорого. А воды хватает? Хватает. Ну, у нее дебет 3 куба в час. Вот эта вот вся бандура потребляет в сутки, ну, кубов 5, наверное, от силы. Ну да, там же еще более. Домой 5 подсоединить. Нет, к ней еще можно подсоединить легко несколько домов. Соседний участок, если. Да, ну купить? Нет, соседний там, пускай сами подсоединяют. Если купить. Ну его никто не продаст, к сожалению. Не продают. Не продают. Узнавали. Здесь вот газгольдер закупался, был вот от него цокольный вод газовый. Снимаю вот эту штуку. Вот. Там газгольдер на 7 кубов. Этот газгольдер. То есть какая-то машина приезжает и закачивает туда? Да. Нужный газ. А где они тут отдел приезжают? А, они шланг или кидают. У них блин на шланг они кидают, да. 17 рублей литр стоит. В принципе, вполне. Вот мы... Расход копеечный вообще получается. Копеечный расход? Да. А у тебя где-то есть там датчик, да, или что? Ну, ты как-то видишь по
сколько расходов? Там же, как его, ночной и дневной расход идет. Там это изменяет. Где? Вот показу. И прошлой ночью он там меньше существенно идет, если там это изменяет. Ну, да. Потому что ночью не моется никто, поэтому. Да, конечно, еще как моются, да. Ночью. И сколько раз в год? Кричат, когда в 2 часа ночи воду. Сколько раз в год закачиваешь? Ну, система чистится. Мы его ставили. Валера, а сколько месяцев назад мы его ставили? Да ему уж полгода. А, не полгода. Не полгода. Мы его поставили то ли в сентябре, то ли в октябре. В октябре, по-моему, его ставили. Пока еще ни разу не закачивал. Угу. Есть, грубо говоря, примерно на полгода его точно хватит. Да. Зимой очень тепло. А там есть где-то какой-то датчик, который показывает? Нет, датчика пока. Пока датчик хотели поставить, но... Что-то про него подзабылось. Забылось. Да. Просто как мы поймем остаток-то, когда газ кончится. Подключу другие баллоны. Ну понятно, на 2 дня. Нет, ну на 2 дня, ну да, то есть как бы резерв. Ну пойдем, что, дуплик там. Куда вот все будем доделывать, пока это работает.